Победу на третьем татами одержала Полина Печкалева, Приволжский федеральный округ. На третьем татами приглашаются юноши весовой категории 60 килограммов. Никита Кушаков, Центральный федеральный округ. Роман Верещагин, Приволжский федеральный округ. Готовится Алим Кузденов, Северокавказский федеральный округ. Герман Смирнов, Приволжский федеральный округ. Приглашается Амина Аббасова, Приволжский федеральный округ, Екатерина Цибер, Дальневосточный федеральный округ.